Дорогие участники турнира, в этом турнире принимают участие мальчики, и девочки. И мне особенно приятно вас приветствовать. Я придаю очень большое значение развитию спорта, особенно среди детей и молодежи. Потому что физическая закалка очень помогает формированию не только физической силы, но и силы духа. Вот есть такая пословица: «В здоровом теле здоровый дух». Это действительно так. Потому что физическая закалка, тренировка требует очень большого внутреннего напряжения, дисциплины. И каждый из вас, кто уже начал заниматься спортом, хорошо понимает, что без тренировок, без самоограничения, без определенного внутреннего напряжения невозможно достичь результата в спорте. И поэтому важны, конечно, очень результаты, но важен также и путь к этим результатам. Поэтому пускай вас не ввергает в такое чувство неудовлетворения, если вы не заняли того места, на которое рассчитывали. Помните, что сам путь к достижению победы уже имеет большое значение и большую ценность. Вот я и хотел бы пожелать вам, чтобы занятия спортом, развивая вашу физическую силу, одновременно способствовали укреплению вашего внутреннего духовного состояния, вашей воли. И, конечно, чтобы они делали вас сильнее во всех отношениях. И в первую очередь и физически, и нравственно. Потому что сильная личность – это всегда личность разносторонняя. Не только мускулы определяют человеческую силу, но, как я уже сказал, и человеческий дух. Помогай вам Бог в ваших трудах. Очень рад возможности на Красной площади открыть этот замечательный турнир по хоккею с мячом, как мы называем, русского хоккея турнир, для вот того, чтобы как можно больше людей, в том числе и приобщались к этому замечательному виду спорта. Бог в помощь, доброго пути и успехов вам! Thank you.